Рапирная сборная Московской области выиграла 10 из 12 последних чемпионатов России, но в этом году их состав сильно обновился, а основной конкурент, сборная Башкортостана, взяла сразу 3 награды в личном зачете. Эти команды и сошлись в поединке за первое место. Уфа оказалась сильнее. И особенно это была принципиальная встреча у нас на области, так как они уже 6 лет подряд, что ли, выигрывают чемпионат России, и это была для нас принципиальная встреча. А в финале женской рапиры встретились Курск и Казань. Курянки также выиграли 5 из 6 последних чемпионатов. Татарстан же ни разу не был чемпионом. В последнем бою командного поединка сошлись Марта Мартьянова и Инна Дереглазова. У Марты был задел в 9 очков. Дереглазова сократила его до 3, но Мартьянова перестроилась и довела дело до победного. Я не думала о счете, я думала, как продержаться, как выдержать это время. Но было очень сложно, но... 14 апреля в Арзамасе стартует и личное первенство женской шпаги. Прямую трансляцию финалов смотрите в 16:00 на Русфенсинг ТВ.